В Ленинском городском округе отмечается рекордный рост числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы Видновской районной клинической больницы, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 680. Таким образом, по состоянию на 23 ноября с начала пандемии число заболевших составило 5468 человек. Сохраняется и динамика увеличения числа контактных по ковиду. В течение минувших 7 дней на коронавирусную инфекцию было обследовано более 3000 человек. За неделю в стационар инфекционного корпуса поступило 296 пациентов. Из них 106 – жителей Ленинского городского округа. Выписано после выздоровления более 300 человек. В отделении для пациентов с легким течением болезни на базе гостиницы профсоюзов в поселке Дубровский находится 47 человек, переведенных из ВРКБ на долечивание. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом.